И всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Теслер, и мы продолжаем наше прохождение Обливиона. Сегодня у нас необычный летсплей, сегодня у нас праздничный летсплей, друзья. У меня как раз таки намечается денюха, сегодня 8 числа, и это означает то, что прошел ровно год с тех пор, как я начал заниматься летсплеями. Как вы помните, в Моровиде тоже была серия праздничная у нас. И как раз таки там была тоже моя денюха. В данный момент на сайте у нас как раз таки 159 подписчиков, 60 из которых постоянные, так скажем, зрители. Остальные 100, ну не знаю, зачем-то просто подписались, непонятно зачем. Сидят, ждут чего-то, не пойми чего. В общем, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто смотрит мои летсплеи уже столько время. Да, бывает, задерживаю часто на несколько месяцев. Очень рад, что вы ждете, что вы смотрите. Те, кто комментирует, тем более очень рад. Им вообще особая благодарность тем, хоть кто-то что-то говорит. Это лучше всяких лайков, подписок и так далее. Комментарии, друзья. Вот это лучше всех. Так, ну давайте не будем особенно задерживаться на этом. В общем, вот такая маленькая информация. В данный момент я нахожусь в Анвиле. Что я тут делаю? Собственно, как вы помните, в прошлой серии меня просто достали эти замки. Они нас троллили, они издевались над нами. И поэтому я решил, все, хватит это терпеть. Нужно нам приобрести отмычку Ноктюрнал. Наконец-таки достать ее. Но у нас был слишком маленький уровень, третий. Теперь у нас 9 уровень, друзья. Да, я раскачался. Как я это сделал? Из всех этих навыков главных, которые у нас есть, легче всего было качать скрытность. То есть, еще восстановление. То есть, я пришел просто так. Вот, допустим, в Анвил. Неважно. Любой. Выберите дом, замок, неважно. Встал, допустим, сюда. Я уже несколько раз объяснял, да и все люди знают еще с Моровида, как качать скрытность. Нажимаем одну клавишу, он постоянно идет. Плюс к этому можете добавлять восстановление. Вот так вот стоите и качаетесь спокойно. Вот таким вот образом, пара часов, и у нас 9 левел. Чтобы получить квест на отмычку Ноктюрнал, нам нужен 10, поэтому мы потратим некоторое количество золотых. Тут уж было мне лень докачивать последние 5. Поэтому мы просто так купим их, так сказать, у учителей, научимся. Но для начала я хочу зайти к кузнецу, продать кое-какие вещички, которые у нас уже 1000 лет как лежат, но никак от них я избавиться не могу. Так. What do you want? Armor, weapons. I have it all. How may I help you? Так. Давайте-ка кожаная кираса, которая нам уже не нужна. Велкинские камни, которые давным-давно мы достали. И камень варла. По-моему, он нигде не нужен. Серебряный самородок. Также я купил у кузнеца немножко молотков. Все. Дальше. Вступим в гильдию бойцов, чтобы получить кое-какие навыки. В общем, сегодня расклад такой. Доучиваемся. Идем за отмычкой и проходим миссии по гильдии воров. Так. Чтобы обучиться оружейнику, лучше мы в Бравил пойдем. Там должна темная эльфийка обучать, по идее. Excuse me, my lord. Потому что оружейник, кстати, нам больше пригодится. Чтобы чинить уже зачарованное оружие в будущем, нам нужно его развивать. А скрытность понадобится нам для... Так, нужно подождать. Для следующих миссий, достаточно непростых, гильдии воров, нам она очень понадобится. How are you? Че, так все и стояли и смотрели на меня, что ли? Вы чего? What can I do? Да ладно. 10 часов. Yes?
Так, вот. Нам нужно 5 раз, по-моему, или чуть или 4. Сколько там остается нам? Да, а, вот уровень повышен, отлично. Так, поспать. А, ну так мы же вступили в гильдию, что я? Что я как не свой-то? Надо располагаться. Мне надоело уже ночевать около алейдских руин. О, прямо, может, на кровати грандмастера поспим. Так, что возьмем-то? Давайте силу воли. Скорость, выносливость. Можем наконец-таки добыть отмычку на Ноктюрнал. Да. Самый любимый мой артефакт во всем Обливионе. Ни мечи, ничего мне не надо. Главное, чтобы была отмычка. И чтобы я больше не парился с этими замками. Да, я как-то в прошлом летсплее сказал, что нужен 16 уровень. Правильно, меня исправили в комментариях. Нужен 10, не знаю вообще, откуда я взял 16. Так, для начала мне нужно найти святилище Ноктюрнал. Он находится вот здесь, где-то напротив буквы Г, то есть от Лаявина. Идем. Наверное, только одну миссию у нас сегодня успею я пройти за гильдию воров. Ну, смотря как эту, насколько эту быстро пройдем. Зато будем меньше тратить время на замки. Так, давайте сократим тут. Можем вообще вплавь. Вот, кстати, насчет прокачки навыков. Вот что в Морвинде, что в Обливионе. Атлетика, ну, вообще не качается. Ну, никак. Хоть бегай ты часами, она там чуть-чуть повысится, блин. Ну, это невозможно ее качать. На самом деле, так же, как скрытность, у вас ее так же хорошо не получится качать. Не знаю, почему. Пробовал плавать. По-моему, в воде чуть быстрее она, или мне так кажется, только. В общем, не знаю. Это бред какой-то. Сейчас эта территория у нас чернотопья идут. Очень такие болотистые. Должен быть дым, туман везде, короче, твари всякие ползают. Но так как это все-таки окрестности Лаявина и ближе к Сиродиилу, то здесь достаточно все мирно и спокойно. Вон вороной курьер скачет, который раздает газеты. Дорога дальняя. Должно на маркере прямо. Вот хорошо то, что это святилище прямо около дороги. А, вот оно, кстати. Легко очень найти святилище воров. Кстати, по дороге, когда я качал навыки, я случайно заболел еще от краба болотной лихорадкой. Я осознал то, что мы не можем лечиться у алтарей. Причем я забыл это. У нас очень плохая карма. Дурная репутация. В общем, ну из-за того, что проходим, ясно дело, гильдию воров. Боги не любят воров, не любят убийц. И что вот делать? Пришлось купить за 275 золотых бутылек. Очень печально. В общем, вот такая вот статуя. Кстати, вот в Скайриме просто шикарная самая статуя. Это у нее. Такая красивая и всякое такое. Так, вроде подношений-то не надо никаких. What is your... You should not be... Perhaps you have been summoned. Отлично. Обычно еще нужно подношение какое-то, а ей не надо. Послушай. Night among the strangers. Secrets in the dark. Nocturnal is here. But my eye is blind and drowned. Stolen from its shrine and hid in dark. To steal from a god is most unwise. In Leowen, two Argonians think themselves secret. But the eye has seen them. Find these thieves in the city that spans the waters. Learn where they hide, my eye. Retrieve the Eye of Nocturnal Mortal, and return it to me, and I shall look favorably upon you. В общем, задание такое.
Два аргонианина взяли и украли глаз из святилища. Ее глаз. Все просто вернуть глаз. Есть два варианта прохождения этой миссии. Быстрый и не быстрый. Ну, чуть-чуть подольше. Для тех, кто знает, есть быстрый способ. Мы же пройдем долгим способом. Может, те, кто не знает, кто не смотрел, кому интересно. Для начала нам нужно узнать, где эти аргонианины. Где наши друзья нищие? Жалко, на карте сейчас не показываются, поэтому нам придется искать их в дождь ночью. Нет, давайте ночью не будем, они спят все. Давайте лучше дня подождем. Такс. Может, кто-нибудь из этих знает, кстати. Может, просто так, слухи какие-то. Не знаю. Дом-то я не помню, где у этих аргонианин. Аргониан, ё-моё. Кстати, вот домик на продажу. Можете себе приобрести в Лаявине. Такую заброшенную лачушку, можно сказать. Так, ну хоть один вот нищий, вот только стоит, наверное, золотом зазвенеть полным мешком. One mark. А, вот, отлично. Нет, что ли, нет? Bugak grobo. Нет, никаких слухов нет. Blessings of Julianus. Так, давайте-ка. А, кстати, по-моему, нужно было у стражников это спросить. Да-да-да. Нищие-то нам тут что-то вряд ли скажут, хотя вот еще один нищий, давайте-ка. What? Слухи. Did you hear the countess? Да, это я сделал. А ты мне в этом помогла, кстати. Так, ладно, нужно расспросить по ходу стражников. Они-то знают наверняка. Только вот стражи, как всегда, нету. Где она? Наша стража бравая. Ну, кстати, они помогли мне монаха-то убить, да-да. Так что я их теперь уважаю. I'm waiting. Я тоже. Классно, кто знал. Конечно, ты ничего не знаешь. Слухи. Heard about Gavat? Нет, тоже нет, да? Ага, вот. Bragging about some big score they made recently. He's always got some scam going with... Мы узнаем от двух этих аргонианин. Так. Stop talking. Все, пойдемте-ка. Вот их не дом, видимо. Мы были близки. Все, тут надо тихо сделать. Нужно подслушать их разговор. Но у нас скрытность уже я хорошо развил, поэтому все четко должно быть. Так, потихонечку. Ну, говорите. Ну, что такое с вами? О, давайте через текстуры будем смотреть. Я не знаю, они какие-то мутные. Давайте. Что, совсем не хотите разговаривать? I'm Bijin. Enough talk. Да, какие-то они не очень разговорчивые. По идее, должны заговорить. Давайте-ка еще тут часок подождем. Может, ночью? Может, они ночью планы строят. Ну? Ну и ну. О, господи, два тупых аргонианина. Украсть глаз Дедры, ну это сверх. Rats, hate them, hate them. Oh, did I say that out loud? Never heard of the thing. А, может, вначале надо было расспросить, поэтому... Ну да, это логично, то, что можно было и расспросить.
But what if the trolls eat it? Trolls don't like water. Trolls don't swim. The eye is perfectly safe in Tidewater Cave. So relax. Отлично, мы узнаем то, что как раз таки находится в пещере приливная волна, глаз. В общем, быстрый способ, можно их не слушать, идти сразу сюда. И там все найдете. Блин, а? Вот. Сейчас опять переться. Может, коняшку опять украдем? Ворона это хорошая была. Жаль, со мной не осталось. Так. Так, вот тут конюшни, да? Нет, ничего, пристань обычная. Ну ладно. Идем пешком, как всегда, на своих двоих. А, кстати, нет. Мы же уже мастера воры, нам тут бегая лошадь. Вот там-то хуже, блин, дали в этом. В помощь в приорате. Но я не взял помощи. Ну ладно. Ну что, никак? Нахрен, ну ладно, дольше буду ее тут пасти. Идем пешком. Может, еще что-нибудь наткнемся, корни нирно пособираем. Вы можете пока насладиться, друзья, природой. Потому что о чем поговорить, честно, не знаю. Вы можете предложить мне тему. Жаль, что вы со мной не в онлайне. Вот, кстати, насчет онлайна. Вообще-то я в любом случае намечаюсь на дальнейшие стримы, а не летсплеи. Я не буду там годами летсплеить игры. Нет, на самом деле это не мое летсплей. Это мне не совсем удобно. А вот стримы — это как раз то, что мне нужно прямо под меня. Поэтому, возможно, постепенно я буду переходить на стримы, улучшать интернет-соединение, оборудование, в общем, и переходить на стримы. Для меня это будет менее временно затратно. Не надо будет тратить на конвертацию, на заливку видео, время на запись. Все сразу же будет идти. И мне это нравится. Очень нравится эта идея, поэтому посмотрим. Ну, пока мы немного поговорили. Отлично, дошли до пещерки. Опа-на, опа-на. Это тролль. Друзья, у нас же теперь уровень-то неплохой, я вам скажу. 10-й. Правда, я сомневаюсь, что какая-то новая броня. Может, там эльфийская у нас появилась. Ничего. Ну, куда ты идешь? Давай. Вот тролли вот в Скайриме, они вообще какие-то бешеные. Просто бешеные, я вам так скажу. Нереально мощные тролли в Скайриме. Особенно на самом высоком уровне сложности. Просто выносят. Краб. Вот я от него лихорадкой болотной заразился. Такой. Все. Здесь нельзя ждать. Может, за нами еще кто-то гонится. Я, честно говоря, музыку не слышу. Но давайте. Входим. Надеюсь, пещера не такая большая. Ё-моё, тут еще тролли. А, ну да, он же говорил про тролли, они не любят воды, значит, где-то глаз, где вода. Что-то, ох, какой-то мощный. Опа-на! Знаете, тут тесно как-то сражаться, давайте выйдем. Да, миссия обещает быть непростой. Тролли просто так не возьмешь. Они медленные, поэтому, в принципе... Ну ладно, беру свои слова обратно. Вот так отступаем, рубим, отступаем. Ох ты, ой, я застрял, друзья. Интересно, их там много? It's time to take another weapon. Давай. Вот помощнее вроде, но нет. Отнимает здоровье, должно 15 штук. По идее, должно быть мощно. Я, кстати, и очень много боев на арене выигрывал. Так, давайте-ка выпьем. Выпьем. Лечение уже не помогает нам должным образом. Да. Тролли, конечно, жгут. А у нас же скрытность неплохо развита. Мы ж критами можем, ё-моё. Да. Меч еще это как-то не очень, несмотря на то, что он
15 жизней высасывает. Это нам не очень помогает. Такс. Он еще здоровье хилит, ё-моё. Отлично. А, так, все, давайте заберемся его. Так, со стрела. Ох, ты, ё-моё, вот этот. Да что такое, я ни разу в него не попал. Это надо же. Что-то у него вообще, конечно, мощный тролль. Если их так много будет, то советую пробежать и не останавливаться. И умные тролли, мощные умные тролли, это мне не нравится. Хотя нет, тупые. Сколько же стрел надо в него садить? Это же вообще. Если бы он не хилил свое здоровье, это было бы легче. Что за... Ё-моё! Так, друзья, есть предложение. Например, как бежать. Как вам такое предложение? И лучше не останавливаться, потому что эти тролли явно намерены серьезным, совершенно серьезным образом. Ё-моё. И бежать нам надо в пещеру и от них. Быстро брать глаз и как-то бежать обратно. Пока не знаю как, но я надеюсь, у нас это получится. Все, побежали. Тебе мне еще не хватало. Так, нужно вначале ход найти. Вода. Тролли не любят воду, поэтому мы... А крысы любят воду, да? Кто сказал, что тролли не любят воду? Я его убью просто вообще. Ой-ой-ой. Все, нас зажали, зажали. Ё-моё, да что тут такое-то творится-то? Я пропустил проход. Все, микрим. Сейчас микрим вообще. Нас окружают. Все. Четко. Что-то я часто уже бегаю в видео, а? Мы уже атлеты. Ё-моё. Погружаемся. Фу, все. Спасение. Кираса навыка, тяжелые доспехи. Ух ты, нам уже что попадается с уровнем-то. И вот такой здоровый глаз просто. Слушайте. Мы здесь в безопасности, но... Слушайте, никто не говорил, что медведи. А-а-а, я сейчас умру. Да. Про медведей-то никто... Ё-моё. Чёрт, не повезло. Нет, не повезло. Да что же это такое? Сейчас по четкости. Так, стоять нам сюда. Все, и бежим просто на всех этих. У нас жизни, конечно, это вообще. Если бы сейчас крыса была эта жива, и я ее не убил, мы бы сдохли. В общем, как в Моровиде, как старые добрые времена, друзья. Сейчас нам нужно вообще, чтобы нас никто не трогал, чтобы мы... Тихо-тихо бежали и немножко восстанавливали жизни. Добежим до стражников. Они нам, как всегда, помогут, бравые стражи. И все. Ух, да, что-то у нас уже оружие-то для уровня слабовато. 8 единиц, в принципе. Я не вижу ораву гонящихся за нами троллей. Да ладно. Нам же лучше. А, святилище Ноктюрнал, да, сразу же в святилище. Все, они от нас отстали. Бегом в святилище. И долгожданная отмычка, да. Такое вот достаточно простое задание. My eye is returned, and I once again see into the darkness that is your world. We mock the thieves, for bitter is their loss. You, mortal, may take this. It shall open the secrets of dark places for you. Ура! Вечная отмычка. Что за бред? Кто называет ее вечной отмычкой? Кстати, видели, какого размера глаз? Это ж кошмар. Это
Ключ скелетный, скелетный ключ, ключ скелета, еще как, ну, вечная отмычка, ну, это же не очень вечная отмычка. И она, знаете, что она дает? Взлом. Плюс 40 единиц взлома, друзья. 40 единиц взлома. Еще здоровье восстанавливалось. Странно, что это у нас все восстановилось-то. А, мы же телепортировались, все правильно. Нет, неправильно, почему? Здоровье только при отдыхе восстанавливается. Вот это странно, друзья, это странно. Так, ну все. Значит, пока я отдыхал, когда тренировался к нам, наш старый добрый приятель Амузей, он вступил в гильдию воров и принес нам сообщение от серого лиса, что он будет нас ждать в Короле. Поэтому отправляемся туда, выполним, я думаю, одну миссию сегодня, потому что много времени потратили на эту миссию. И все. Но миссия, думаю, непростая или нет, простая. Сейчас узнаем, простая или непростая. Но главное, это отмычка, друзья. Все, нам никакие замки больше не помеха. Хоть мастера, хоть грандмастера, хоть я не знаю, какие еще там существуют замки. Это просто великое счастье. Великая радость для меня. Какого черта меня позвали сюда? My work with Savilla's stone has revealed that I need something special. It is a small item in the possession of a powerful court wizard. Capital! Bring me the arrow of extrication. It has a key-shaped head. Braville's court wizard, you may kill Fathis if necessary, but not in the castle. My spy network will tell me when you... Now, we should get out of Malin... Ух ты, вот как он стремится достичь своей цели, что говорит уже пофиг, убей его. Ну мы, а раньше он, мы же не темное братство, мы не должны убивать, как так-то? А теперь-то что случилось с серым лисом? Вот это все стремление к цели, вот как портит людей. В общем, да, миссия это такая, если кто не читает и ждет, что я расскажу. Нам нужно достать стрелу. В освобождении называется эта стрела, выполненная в виде ключа, который недавно приобрел неким придворный маг Бравила. Сейчас у нищего мы узнали то, что... А что мы узнали у нищего? А где хранится? Так. Угу, то, что есть... Специальный форт, в котором держат эту стрелу, но этот форт, он полностью закрыт, никак к нему не проникнуть, кроме как потайного какого-то прохода в самом замке Бравильском. Поэтому идем в замок, осматриваем его комнату, ищем проход, и все. Вот смотрите, сейчас я продемонстрирую на этих муляжах. Вот она, ой, друзья. Нам не нужно так скрывать, она вечная, она не ломается, то есть, ну, кто хочет поскрывать, а можно сделать так. И все. Автопопытка, наше все. Как вы видите, это муляжи, копии эбонитовые. Вот вообще. Упс. Графы вообще какие-то. Используют копии. Знаете, в чем прикол? В том, что я не знаю, как попасть. Тут нет секретных проходов, поэтому мы... Короче, как всегда мы. Опа, и все, друзья, все, все проблемы решены. Это вообще просто имба вещь. Имба. Средний замок? О чем вы говорите? Сколько бы мы парились над ним? Все, мы в комнате этого придворного мага. Слушайте, у него комната как у графа. Так, нам нужно найти... Секретные проходы. А, вначале нужно поскрывать, по-моему, сундуки. Якобы в них может что-то лежать. Гноми булава у нас уже. Слушайте, значит, и гноми доспехи уже доступны. Шкуры волка. Мы посмотрели в сундуках. Не оказалось ни в одной комнате, главное. Ни в одной сундуке в комнате. Ага. Нет ли у него какого-нибудь секретного убежища? Так, честно говоря, не помню. Опа. Колонна. Ну, это стандартно для всех замков. И вы ничего не видели, считайте.
Как бы Лис говорил то, что можно убивать его, но на самом деле совершенно не рекомендую, если вы вступили в гильдию магов, так как сам маг, он состоит в этой гильдии. Поэтому не надо его убивать, иначе вас выгонят из него. Что это, стражник? Кто это? Или это... Кто это вообще? Охранник? Я не знаю. Дреймора? Ё-моё! Ты чё меня пугаешь, Дреймора? Кайтиф, Дреймора, Кайтиф. Дреймора вообще слабаки, если честно, я так скажу. Мы теперь с двуручником ходим. Это что, дреморская опять же? Бесполезно. Так, сердец у меня хватит уже. Опа. Слушайте, сколько бы я тут напарился в этой миссии, это ж кошмар. А чё я на карту не смотрю? Ё-моё. Сколько тут проходов. Целые лабиринты. Так, давайте проверим мою память. Как я ходил 2 года назад? Потому что проходил Обливиан, не поверите, 2 года назад. Я до этого уже больше не играл в него. Проверяем мою память или просто... Просто что-нибудь придумаем сейчас. Отлично. Я уже обожаю эту карту. Так. Нам ведь нужно попасть в форт. Этот грот. Значит, нам нужно... Сейчас сюда, скорее всего. Направо. Так, тут вода. Там, скорее всего, сюда. Нам вообще нужно наружу. Насколько я помню, этот сундук наружу находился. И там маг его охранял, вот этот. Кстати, штрафы я что-то не проверял. Нет у нас штрафов? Нет. Ну и ладно. Так, ты кто, маг у нас? Чародей. Неважно. Чего ты восстанавливаешься? Что-то у нас реально слабый меч, я вам уже скажу. Ничего не возьмем. Ах, я не перестаю получать удовольствие от этого. Даже Crazy Crab не с одного раза умрет. Нужен ключ. Ага. Даже так. А чё это мы все воруем-то? Тут все наше родное. Ужасы клана. Мы уже с ними знакомы. Так, походу... Походу не пройдем мы здесь. Нужен ключ. Придется идти другой дорогой. Так, карта. Мне нужна карта. У магов-то не было. Беда, печаль. Ладно, что там еще у нас? Какие проходы были? Какие у нас тут еще есть варианты? Есть вперед. Походу завален. Нет? Ё-ма, рыба тут кусачая. Иди. Как она в мору видит-то всем надоедала. Такая прям за пятки тебе. Ничего. Угу, вот мы видим цель. Это где-то под водой, что ли, проплыть. Это здесь и под водой. Ну-ка. Ё-моё, ничего тут глубоко-то. Честно говоря, ничего не вижу. И у нас кончается запас воздуха. А это вообще бесконечно. Опс, опс, опс. Я надеюсь, у нас хватит здоровья. Нет, 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 нет. Ё-моё. Жуть. Такс. У нас есть дыхание под водой? Зелье. Ночного зрения. Без волшебства. У нас нету дыхания под водой. Так это ж в этой территории, подождите-ка. Зачем нам куда-то там входить, если находится на этой территории?
Непонятно. То ли проход я какой-то упускаю, то ли еще что-то. Походу, да, дело. Вот он, проход-то. Туда не надо. Насколько я помню, то ли в этой пещере есть пасхалка с рыбой, в которой можно было найти икру. Но на самом деле у этой рыбы нет икры, это просто здоровая переросток рыба, в которой всякие всего наложили, всяких вещей ненужных, которые пожирала людей. Она есть, я не помню, по-моему, в этой пещере. Может, не в этой. Вот. Но икры в ней точно нет. Как раньше ходили, там черная, красная икра, какие-то слухи были вообще бредовые. Какая икра? Что за бред? Поставим его. Оу, ноу. А там что? Интересно, просто интересно. Двери открываются, и тут уже склана, двери закрываются. Я сказал, закрываются. Закрывается! Ох, мужик, мужик, мужик. Не твой сегодня день, не твой. О, это Дедра, ё-моё, я-то думал, это мужик какой-то, это обычный. О, это серьезно. Чувак, ты серьезно. Но не настолько. Корень Нирна. Крыса. Господи, где мы ходим? В воде или в другое слово? Ну да ладно, я его упущу. Сложный замок. Нет, слушайте, я думал, мы бы эту миссию не прошли. Не прошли бы. У меня бы просто до сюда не хватило бы отмычек. Слушайте, как хорошо, что я раскачался, а? Как бы это просто замечательно. Нам сюда? Как бы зеленый показывает стрелка-то. Ну да, сюда. Странно. Почему она не красная? Это же переход в другую территорию. По идее, должна быть красная. Или типа ищи сам. И так, так, так. Кто это у нас? Назад. Я вот помню то, что, по-моему, снаружи находится. Вот почему-то в памяти врезалось то, что стоит сундук, а в нем стрела. А там маг стоит, и там стол, по-моему, еще. Со всякими скляночками, баночками. Это уже взлом. Это уже частная собственность. Не, не прошли бы. Ни за что. Ага, вот красное стало. Ладно. Не будем лишний раз убивать бедных людей. Еще говорили то, что я крадусь в сапогах. Да, действительно, правильно, в сапогах шум прибавляется, но так как у нас уже скрытность на уровне специалиста и даже уже практически выше скоро будет, шума нету от сапог сейчас уже. Вот. Ну что сказать. Только тут теперь дофига вас. Знаешь, ты мне не интересен, мне интересен твой хозяин. Иди сюда. Опытный чародей, иди сюда. Посох продадим. Нам деньги теперь нужны будут. 15 единиц на 10 футов. Эльфийские тоже появились. Повышение магии, штаны повышенной магии. Слушайте, на 10 уровне уже классные вещи оказываются. Я думал, на уровне так только 15 что-то интересное появляется, а тут все гораздо быстрее. Так, 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 так. Мага все равно этого не будут бить. Если что, убежим от него. И стража убьет, как всегда. Так, все, да, снаружи же находится, точно. Нас уже нашли. Что-то моя скрытность не работает. Ну вот вообще, хоть убейте. Скрытность не работает.
А, Лис сказал, везде, кроме форта, убить, да, можно? Угу, вот в чем дело. Да, он нас увидел. Ладно, честно признаюсь, никакой из меня вор. Мы убийцы. Чистокровные зато, но убийцы. Слушай, он... в броньке. Так, на нижнем этаже находилась. Я не знаю, он может у него кончится вон вот там вот. Шары его. А? Промазал? Ну ладно. Кстати, штраф нет? Ну и ладно. А, так, кстати, вот здесь камзол берем. Ключ от башни. Не знаю зачем. Вот и наконечник стрелы, который нам нужен. Так, здесь что тут? Порталы культа двемеров. Чувак, стой. Нет, это не будем. Ту-ту-ту-ту-ту. Как мы отсюда выберемся? А мы выберемся, наверное, поверху. Парашют никто не прихватил. А, ну вообще-то тут тоже не выберемся. Что не очень хорошо, конечно. У меня акробатика не очень, поэтому не запрыгнем, я думаю. Неохота мне возвращаться через подземелье. Интересно, вот эти дверьки можно открыть? А, да. Все. Башня Фатиса. А насколько далеко она была? Это мы вот так вот прошли? А, ну да, в принципе, логично. Нет, все правильно. Это все нормально. Так, что, можем телепортироваться? Отлично. Все, возвращаемся к Серому Лису, значит. Коралл. Мага мы оставили в живых, как он и просил. Хотя нет, он мог сказать, что мы его убили, но... мы его пощадили, так сказать, дали ему второй шанс. Да, я думаю, на этом закончим. Потому что достаточно долго проходили. Главное мы сделали. А, можете фактически сегодня поздравить, у нас как бы практически день рождения канала, хотя первая серия была намного раньше. То есть мы чуть больше года работаем, но давайте считать так, мое день рождения это день рождения канала. Я думаю, никто особо париться по этому поводу не будет, поэтому всех с праздником. Вот так вот. Мне нужен серый лис. I'd hoped for the whole. This arrowhead advances my plan to. Вот никак не хочет нам рассказать, что за план. Here is your reward. I'm also promoting. Мастер вор мы теперь. Шикарно. Отлично. С нами вновь свяжутся, когда придет время. Ну что ж, друзья, думаю, на этом все. Погода просто отличная, поднимающая настроение. Что ж, друзья, всем спасибо, кто смотрел. Оставайтесь со мной. В следующей серии будет интереснее. Да, пройдем гильдию, наконец-таки, воров, надеюсь. Начнем самую интересную гильдию, гильдию убийц. Да, я знаю. Что ж, давайте, друзья, всем пока. Да что же это такое?